Всем привет! Очередной рецепт быстрого ужина на скорую руку. Получается сытно, ароматно и вкусно. Это блюдо можно называть ленивым пловом, либо рисовой кашей с мясом. Но готовится оно действительно быстро и просто. Куриную грудку нарезаем на достаточно большие кусочки. Солим по вкусу. Добавляем смесь любимых специй или трав. Также всыпаем молотый черный перец и вливаем немного растительного масла. Перемешаем и пока оставим. Пусть пропитывается. Крупную луковицу нарезаем кубиком. Свежую морковь натираем на крупной терке. Также нам понадобится сладкий перец. Я беру замороженный. Если же берете свежий, также нарежьте его кубиком. По желанию еще берем помидор, с которого снимаем кожицу и режем на кусочки. На растительном масле обжариваем лук. Спустя пару минут добавляем морковь и сладкий перец. Тушим все вместе еще пару минут на сильном нагреве. Теперь добавим помидор, соль и черный молотый перец по вкусу. Размешаем. Протушим все вместе 3 минуты. Рис хорошо промываем. Добавляем к овощам. Перемешиваем. Сверху раскладываем мясо. И все это заливаем горячей водой. Если хотите, чтобы рис был более сухим, то хватит 1 или 1,5 стакана воды. Накрываем крышкой и тушим 30-40 минут на самом маленьком нагреве. Сочно, вкусно и очень легко. Ставьте нравится, подписывайтесь на канал, делитесь видео в соцсетях с друзьями. На этом сегодня все. Пока!